Осмотр проблемного двигателя B46. Будем искать причину заклинивания двигателя. С первого же цилиндра было понятно, что проблема основная этого двигателя – это гидроудар. Далее придется снимать ГБЦ, также проверять кривошипно-шатунный механизм. В общем, хозяину этого автомобиля не повезло, двигатель ему придется полностью разбирать, а не что-то там в цилиндр попало.